ассоциации, глядя на эти афиши. И вторая часть – это часть современного искусства, которая представлена работами художников, работавших уже во второй половине 20 века и работающих сегодня. Vous avez par exemple trois grandes affiches très importantes ici. La première affiche de 1903, celle de Van Dongen, qui est l'affiche la plus célèbre du Salon d'automne, et celle de Georges Braque, qui montre justement trois tendances très très fortes au Salon d'automne. L'influence de l'art nouveau en 1903, le fauvisme avec Van Dongen bien sûr, et le cubisme avec Georges Braque. Осенний салон, она очень часто производится, вот. Это уже фавизм, который, собственно, и был открыт осенним салоном. И, наконец, это афиша Жоржа Брака. Симона. И это действительно интересно смотреть выставку, где из какого-то... Кстати, посмотрите, спуститесь вниз, посмотрите, в черном зале картина Бенджамина Газлана, молодого художника, который говорит, вы, может быть, прочитаете тоже его биографию, как из хаоса, как из темноты появляется свет. Вот, в общем, в этом оно и есть, какая-то сущность в этом существует. То, что в темных стенах из темного света вдруг рождается свет, вдруг появляется произведение, и мы к нему приходим. Это целая история. Профессиональные фотографы снимают точно картину, они ставят свое освещение, да. Вот, так что это не сделано специально для фотографов, это сделано для восприятия искусства.